ваше мобильное устройство в авиарежим или подключить звук. Поудобнее устраивайтесь в своих креслах. Руки расположите на подлокотниках. Через несколько секунд мы отправляемся в чудесную сказку. Все внимательно запоминайте. Не пропустите ничего. Мы начинаем отсчет времени. 3, 2, 1. Душа, и метель ведет за собой завет.
поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе крепкого здоровья, много сил, чтобы ты смог понести даже очень тяжелые подарки. Чтобы все новогодние приключения у тебя были только радостными и приятными, а заканчивались всегда хорошо. Чтобы все конфеты, которые ты даришь, оказались волшебными и исполняли по одному желанию. Чтобы в следующем году все твои желания исполнились. И пусть для тебя кто-то тоже сделает волшебство на праздник. И самое главное, сделай так, чтобы в Новый год на елочке сияли волшебные огоньки. Какие прекрасные поздравления! Ребятишки лягут спать, часы пробьют полночь, а Дедушка Мороз наденет рукавички, возьмет мешок с подарками, ударит волшебным посохом о землю. Засияют новогодние огоньки, и он отправится в путь. Вот только многие взрослые сомневаются, как это дедушка за одну ночь умудряется доставить все подарки. Ведь у него нет ни самолета, ни быстрого автомобиля. Да ведь каждый ребенок знает, что Дедушка Мороз — это самый главный новогодний волшебник. Точно! Беда! Беда! Я вез волшебный сундучок Дедушки Мороза. Там был посох и подарочки для всех ребятишек. Но я забыл его закрыть, и теперь он совершенно... Без посоха и подарков ну никак нельзя, ведь без него дедушка не сумеет раздать подарочки всем ребятишкам. Подарков нет, нет волшебства, Нового года не будет. Посмотрите, тут письмо какое-то. Какое письмо? Не было там никакого письма. Снегурочка, читай скорее. Может, что с волшебным посохом прояснится. Старый Дед Мороз, хочу, чтоб ты узнал, что из сундука я посох твой украл. Без подарков, деточки, пусть теперь сидят, шишки с мухоморами из мешка едят. Посох не видать тебе, как своих ушей, так что плачь, дедуля, всем привет, Кощей. Все понятно, это Кощей украл посох дедушки. Ну так нужно пойти в Кощеево царство, сразиться с этим злобным Кощеем, забрать посох и Снегурочка. Но этого делать ни в коем случае нельзя. Никто не одолеет бою Кощея, потому как он бессмертный. А ведь ты прав, не всякому дана такая сила, что в бою Кощея сможет одолеть. Да вот только... Снегурочка, говори скорей, нам срочно надо найти выход из этой безвыходной ситуации. Надо нам известить о беде наших трех русских богатырей. Точно! Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Да, точно! Снегурочка, давай быстрее, богатырям письма отправим. Вьюга наше послание вмиг доставит, да и самих богатырей соберет в чистом поле. Дед Гарри, путеводный Любава? Алёнушка! Алёнушка!
слова, подружи. Да и потом, мы же всегда мужья нашим помогали, а сейчас что же? Радость до времени отложим, да Снегурочке поможем. Мужей наших тревожить не станем, пусть спокойно границы охраняют, сами справимся. Ух, я так рада, так рада! Нечем заняться в этой глухомане. А ну, по-быстрому!
Ой, а зачем он вам, а? Не твое дело, да. Стало быть, военная тайна, да? Да, как найти Кощея-то? Есть секретная карта с потайными тропами. Ее Кощей на три части разделил. Первую отдал Лешему, вторую Соловью разбойнику. Ну, а третью Бабе-Яге. Как найти путедорожку? Так и камень-то вам путевод, и на что? А так и на камне-то на то. Твоя глупость написанная. Так это мы сейчас мигом исправим. Оня, ночью у окошка без поста четыре кошки. Тьфу-тьфу-тьфу! Какая жуть! Камень, укажи нам путь! Бля! А на камне-то снова Бог на ночи не появлялся. Если прямо пойдешь, то в болото попадешь. Видно, там мы встретимся с Лешем. Если налево пойдешь, в чистое поле попадешь. Там наверняка соловья-разбойника повстречает. А если направо пойдешь, в дремучий лес попадешь. Там, наверное, Баба-Яга и обитает. Соберем все три части и путь! Ребята, поможете мне?
понимаете ли, чем выше, чтоб крутилась голова. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Поднимайте ручки выше, пляшет бабушка Яга. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Обнимаем мы соседа, очень весело, друзья. Точно! Очень приятно! Привет, мать!
лишние вопросы задавать, коли вам все известно. А поговорить нам знать, как здесь скучно. Никаких развлечений. Да. Вот разве что карты. Тра-та-та, тра-та-та, карты без развлечения. Сыграем, а? Не буду я с вами в карты играть. А в гости? В гости не буду. А вы так, Франца, телефон, я за ней. Да. Ешь чего хотел. Да. Искусство я несу.
Ты! Лава! Ты!
нам от Кощея, если жены богатырские его не отдали? Да у нас вся нечисть лесная желает победы. Нас там и любая медаль его нет. Да, тоже. Ну да Кощей-то бессмертный. Ну, так-то он так. Да. Да не совсем. Ну, и если... И что? Секретик. Секретик. И она про него проболталась. Ой, мамка, достанется же теперь нам от Кощея, а тебе подавно. А вам и подавно достанется. А я верю в силушку богатырскую. Ха-ха, время покажет, мамка. Встретиться со мной желаете? Человек.
речушки неразумно. Не слишком ли велика честь девица с самим Кощеем бессмертным биться? Ого, это ты человечишками назвал! Злодей! Ох, и ответишь ты за слова свои глупые! Ну, коли смелые такие, так попробуйте сначала одолеть силу нечистую. Алёнушка, Настасья,
спасибо, что выручили меня. И праздник новогодний спасли. Справились вы с Кощеем, и посох волшебник дедушке вернуть. За это вам низкий поклон. Дедушка Мороз, держи твой посох. Теперь успеешь подарки-то детям раздать? Теперь уж точно успею. Глядите, как только сгинул Кощей, так сразу же мешок с подарками появился. Чудеса, да и только! Добрые чудеса! Верно! И чудеса эти будут происходить благодаря вам. От меня и от всех деток огромное спасибо. Ну что же, рукавички на руках, мешок с подарками на месте, да и посох волшебный при мне. А стало быть, пора в путь собираться. А чтобы веселее в пути было, мы с дедушкой новогоднюю песенку вам споем, а вы подпевайте нам. И волшебными огнями засияет наша елка!